Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости. Сейчас эпидемия вируса вспыхнула с новой силой. Многие известные люди ведут борьбу за жизнь на аппарате ИВЛ. Поэтому берегите себя и своих близких, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Сегодня стало известно, что ушла из жизни драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского. Она умерла в возрасте 56 лет от внезапной тяжелой болезни. Тело в ее собственной квартире нашел брат, также писатель Денис Драгунский. Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик. Она автор нескольких десятков пьес, которые ставились в том числе в Санкт-Петербургском академическом театре. Помимо театральных работ, она писала сценарии для сериалов и ток-шоу. На ее счету десятки сценариев для сериалов, написанные ею лично. Также она является автором детских книжек,